Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. Ежегодное инфекционное заболевание уносит жизни 1,5 миллионов человек. Лечение туберкулеза, особенно в активной его форме, процесс нелегкий и очень длительный. Поэтому наилучшим методом борьбы с напастью является профилактика. Лучше всего защищены от туберкулеза дети. Первую прививку делают малышу еще в роддоме. Потом профилактикой туберкулеза занимаются в школах. Все помнят процедуру по выявлению реакции манту. Во взрослой жизни о своем здоровье заботимся мы сами. Поэтому не стоит избегать ежегодных флюорографических обследований. Ведь с их помощью можно выявить болезнь на ранней стадии. В случае негативных изменений в легких надо срочно обратиться по месту жительства, чтобы как можно скорее начать лечение. Подробнее о мерах профилактики и способах лечения можно будет узнать на дне открытых дверей в Республиканском противотуберкулезном диспансере, который состоится 28 марта.